В жару так и хочется арбуз. К тому же купить его можно без проблем. На рынке, в магазине или у трассы, что по дороге на дачу. Но безопасны ли большие ягоды для здоровья читинцев? Ведь только за июль месяц выявлено 19 случаев нарушения требований законодательства при реализации бахчевых культур. Виновные, которые торговали в несанкционированных местах и без документов, уже привлечены к административной ответственности. Покупатель вправе требовать от продавца предъявления декларации о соответствии либо акта государственного карантинного фитосанитарного контроля, которые подтвердят как происхождение данной продукции, так и ее качество. К слову о качестве, мы решили проверить арбузы на нитраты в лаборатории. В эксперименте приняли участие два арбуза. Один купленный на трассе, второй в киоске. Вот видишь, как на стучит? Хвостик сухой, хороший арбуз. Александр, так назвал себя гражданин Узбекистана, рассказывает, что торгует на этой трассе уже месяц. Утверждает, что жалоб не было ни разу. Однако, когда на правах потребителя мы попросили у него документы, молодой человек ответил, что они находятся у хозяина, а он уехал. Покупаем арбуз, едем дальше. Здесь сертификат качества арбуза, что вот сертификат пройдено, все качество, все, ничего как бы запрещенного нету, все как бы по-русски, все записано. Сколько здесь химикатов, все, что соответствует, ну, по документам все. А это уже хозяин фруктового киоска, что располагается на улице Нечаева. За 7 лет здесь появились постоянные покупатели. Овощи и фрукты на лотках долго не задерживаются. Итак, арбузы куплены, отвозим их в лабораторию Россельхознадзора. На каждый такой арбуз лаборанты тратят около 10 минут времени и всего лишь 10 грамм арбузной мякоти. Ну, отличный арбуз. Нитратов нет. Почти. Купленные нами арбузы безопасны. В лаборатории подтверждают, что все партии, которые в этом году проверяли, в порядке. Однако не стоит забывать, если вы покупаете арбуз у дороги, он будет самым грязным. К тому же рядом с трассой ягода впитывает выхлопные газы. Покупать арбуз лучше в проверенных местах. Он должен быть среднего размера, с контрастным рисунком, желтым пятнышком на боку, сухой ножкой и неповрежденной кожицей. Анастасия Удовиченко, Максим Лобачев, ЗапТВ.